Спортивная аэробика – один из пяти видов гимнастики, в основе которой обычный комплекс упражнений для поддержания физической формы. Но в этом виде спорта все движения должны быть динамичными, демонстрировать гибкость и силу спортсмена, а также его музыкальность и артистизм. На площадке олимпийского объекта «Адлер-Арена» собрались спортсмены разного уровня. Это воспитанники отделений спортивной аэробики из 12 городов России и представители ближнего зарубежья. Есть дети совершенно новички, которые делают только первые шаги в гимнастике, но есть совершенная прослойка, которые уже участвовали в первенстве России и будут между собой соревноваться по-взрослому. Оценивается исполнение, артистичность и сложность, так как во всех международных дисциплинах гимнастики. Одни из сильнейших представителей Новосибирска, Иваново, Владимирской и Ленинградской области, Ханты-Мансийска и команда Донецкой Народной Республики. Три года назад они были призерами чемпионата Европы, проходившего во Франции. В Сочи приехали впервые и с новой программой. Спасибо вам огромное за то, что вы пригласили нас сюда. Конечно, хочется сюда возвращаться вновь и вновь. Очень много участников, все такие безумно яркие, красивые. Достаточно высокий уровень соревнований, проведения, организация, все класс. У нас фестивальная программа, у нас два упражнения, это аэроденс и степ. А вот для Сочи эта дисциплина новая. Пока этот вид спорта доступен только в 10-й детско-юношеской спортивной школе, которая и вышла с инициативой провести такой фестиваль. Предложение с удовольствием поддержали в мэрии. Этот фестиваль у нас приурочен к Всероссийскому олимпийскому дню, который в нашей стране объявлен 18 июня и посвящен он предстоящим играм в Рио-де-Жанейро. Я думаю, что вот этот фестиваль даст толчок. Все жители города Сочи увидят, что у нас есть новый вид спорта и... Мне кажется, дух спортивного такого движения у нас в Сочи присутствует, и они найдут себя уже в новом виде спорта. Программа первого российского фестиваля состояла из индивидуальных выступлений спортсменов, смешанных пар, троек и групп. Оценивались упражнения в спортивной части по международным правилам. Что касается фестивальной, то для участников этот пилотный проект стал праздником и возможностью отдохнуть на курорте с мировым именем. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.